Рождение радости. В Бобруйске поздравили женщин, которые стали матерями 14 октября. Любая мама гордится своим ребенком. Сколько малышей появилось на свет в этот праздник? Сохранить здоровье и жизнь. Республиканская профилактическая акция «Стань заметней в темноте» стартует 18 октября. Сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением правил. Как себя обезопасить? Любовь в каждом мазке. В художественном музее открылась новая выставка. Работы очень тонкие, очень нежные. О чем молва картин? А также дальняя земля и южные гости. Колледжи азы русского языка познают африканцы. Как проходят иностранные будни? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Холодный континент. Александр Лукашенко встретился с участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции. Главный вопрос, на котором акцентировал внимание президент, на что мы можем рассчитывать в практической плоскости от работы и исследований в Антарктиде. С некоторыми результатами приглашенные тут же познакомили белорусского лидера. Кроме того, главе государства представили экспозицию отечественных приборов и оборудования для экспедиций, минералы, образцы природной среды, флоры и фауны. Буквально через неделю отправляется уже 17-я белорусская антарктическая экспедиция. Это говорит об успешности проекта, который стал таким же стратегически важным, как строительство, допустим, белорусской атомной станции, запуск космических спутников, полет в космос. Страна по праву вошла в элитный пул государств, осваивающих Антарктику. Общепризнан высокий уровень развития отечественной науки и наших технологий. Сегодня на самом отдаленном от нас ледяном континенте развивается белорусский флаг. Только 30 стран присутствуют в данном регионе, и Беларусь в том числе. Более того, мы имеем собственную научно-исследовательскую станцию «Горавия-Черния» с полноценной инфраструктурой, современными научными лабораториями и не только. Президент подчеркнул, исследования наших специалистов в регионе нужно применять в реальном секторе отечественной экономики. Александр Лукашенко уверен, технологические и конструкторские решения, материалы, апробированные в Антарктике, нужно непременно использовать в различных отраслях внутри страны. Обезопась себя на день фликер. В Беларуси стартует республиканская профилактическая акция «Стань заметней в темноте». Инициатива призвана еще раз обратить внимание на неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращателей. Только за сентябрь в ДТП пострадали 137 пешеходов и велосипедистов, 19 погибли. Помимо проведения широкой информационно-разъяснительной работы о правилах эффективного использования световозвращающих элементов, сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением правил в темное время суток. В поле зрения инспекторов не только велосипедисты, и пешеходы, но и водители, которые игнорируют скоростные ограничения и правила проезда пешеходных переходов. Особое внимание выявлению нетрезвых участников дорожного движения. Мамы в праздничный день. 14 октября в Бобруйске на свет появилось 5 детей. 3 девочки и 2 мальчиков. У 2 мам первенцы, еще у 2 вторые дети в семье. А для кого-то малыш стал 4-м. Поздравили рожениц с таким радостным событием председатель Бобруйского совета депутатов Ирина Рынейская и председатель городской организации «Белорусский союз женщин» Вероника Вильчик. Героиням вручили букеты и подарки со всем необходимым для малышей. Я убеждена, что для матери появление ребенка – самое основное событие в жизни. И любая мать хочет, чтобы появившийся на свет малыш рос здоровым, счастливым, радостным в этой жизни. И, конечно, любая мама гордится своим ребенком. А у нас в Республике Беларусь выстроена целая система поддержки семьи, поддержки и охраны материнства и детства. Система работает, система совершенствуется, потому что это бренд нашего государства. Мы хотим пожелать нашим молодым мамам быть здоровыми, быть счастливыми и, конечно же, прийти сюда еще один раз. У Анастасии Михачевой первенцем стал мальчик. Родители уже придумали имя – Егор. Вместе с мужем этот день они ждали 7 лет. Это очень радостно. Это первый ребенок, это первый звук, голос, объятия. Там это просто не передать словами, это просто радости, слезы радости, как говорится. Это просто очень даже приятно.
К слову, нынешняя неделя родительской любви. Стартовала она со Дня матери и закончится 21 октября еще одним государственным праздником – Днем отца. Добро пожаловать! Бобруйск гостеприимно принимает иностранцев. На первый урок заглянула Елизавета Липеева. Свое место под солнцем в Бобруйске находят 12 иностранных студентов из Эфиопии и Камеруна. Таким составом африканцы от А до Я изучают русский язык в стенах автомеханического колледжа. Начинают с азов. Обучение строится вот на изучение алфавита. Это первые хотя бы 2 недели, потому что специфика такая, что не все сразу приезжают, а приезжают по очереди. То есть сегодня есть 2 человека, завтра еще добавляется 2, поэтому алфавит у нас каждый раз, по сути дела, потом. Как и в первом классе, берутся карточки, на карточки наносятся рисунки, подписываются они, и вот так вот и работаем. По сути дела, сложного ничего нет, так же, как и с обычными учащимися. 9 месяцев штудирования русского языка – стартовая площадка для получения профобразования в вузах и СУЗах Беларуси. Такая практика в автомеханическом колледже только 2-й год, а оценка иностранцев уже на 10 из 10. Мне нравится мой колледж, и моя учительница очень хорошая. Беларусь – хорошая страна. Бобруйск, я люблю тебя. В шаговой доступности из колледжа маршрут у иностранцев всегда 1-минутная прогулка до общежития. Здесь уют просторных комнат разделяют по 2 человека. Также иностранцы у нас принимают активное участие в спортивной и творческой жизни колледжа. Накануне у нас прошло мероприятие «Вечер знакомств». Жизнь начинается с 1-го курса. Языковой барьер не стал помехой для ребят. Участвовали все вместе. Я люблю готовить на этой кухне. Каждый день здесь чисто и комфортно. Белорусский all-inclusive. Африканцам в Бобруйске и быт, и лад приходится по вкусу. Окруженные гостеприимством, иностранцы чувствуют себя в городе на Березине уже как дома. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Скрасить будни. В стенах художественного музея бобруйчан ждет новая выставка «Мое вдохновение». Автор красочной рапсодии Татьяна Календа. В 23-м художница представила на суд искусствоведов и любителей только 9 работ. Сегодня выставочный зал украшают 43 картины. В каждой отражение особого видения повседневности. Работы художественного музея – это работы с самодеятельными художниками. И в целях их пропаганды, их творчества мы ежегодно проводим выставки таких людей, которых в Бобруйске великое множество. Работы очень тонкие, очень нежные, очень одухотворенные. Поэтому если зрители хотят в эти осенние дни получить кусочек тепла и позитива, мы приглашаем вас на нашу выставку, которая продлится до 13 ноября. Прикоснуться к прекрасному и вдохновиться на создание чего-то нового можно на Социалистической 100 с 10 утра до 7 вечера. Выходной – понедельник. Приближение многополярного мира – новая реальность. Но не все это признают. Почему страны Балтии и Польша стали врагами России и продолжают конфронтацию? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!